Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники энергетической отрасли. В нашей республике немало заслуженных ветеранов-энергетиков. Зубаир Магомедов был одним из разработчиков первой гидроэлектростанции в автоматическом режиме. Почтить память и вклад в развитие энергосистемы Гельбахской ГЭС присвоено имя Зубаира Магомедова. На открытии памятной доски побывал Абдурахим Билалов-Даганай. Гидроэлектростанция у поселка Бафтугай в Дагестане на реке Сулак – третья гидроэлектростанция на Чирюртском гидроузле. Именно она позволяет исключить холостые сбросы с Чирюртской ГС-1 в повадковый период, используя их для выработки дополнительной электроэнергии. Это первая станция, которая работает полностью в автоматическом режиме. У ее истоков проектирования и строительства принял непосредственное участие заслуженный энергетик Российской Федерации Зубаир Абдулатипович. На таких людях держится энергетика Республики Дагестан, и именно конкретно о Зубаире Абдулатиповиче было сказано, что это золотой фонд энергетики Республики Дагестан. Профессионализм коллектива и взаимовыручка, и отношения в коллективе, то есть те черты Зубаира Абдулатиповича, о которых мы сегодня говорим, они сегодня остались в его учениках, остались в коллективе, который он создал. Светлая память о Зубаире Магомедове, который руководил каскадом Сулакских ГЭС почти 40 лет, навсегда сохранилась в сердцах близких ему людей. Он инициатор проектирования и строительства ряда объектов и самих станций, которые под его руководством стали образцовыми гидроэлектростанциями. Памятная доска открыта. Отныне Гельбахская ГЭС носит имя ветерана энергетики Зубаира Магомедова, когда-то лично запустившего эту станцию в промышленную эксплуатацию. Принимал активное участие Зубаир Абдулатипович и в общественной жизни своего коллектива и города. По его инициативе в поселке Бафтугай был проведен газопровод, асфальтированы дороги и построен спортивный комплекс. Все, что касалось его работников, потому что работники каскада Сулакских ГЭС в основном жили и живут. Тогда в основном жили в поселке Бафтугай. Вот их благо, их быт и устройство его очень сильно беспокоило. И потому он старался делать это вовремя и на благо своих работников. Люди с благодарностью вспоминают Зубаира Абдулатиповича, оставив после себя самый добрый след в памяти жителей поселка Бафтугай. В честь него назвали одного из внуков Зубаира Магомедова. Кто знает, может, маленький Зубаир продолжит династию энергетиков Магомедовых. Абдурахим Билалов-Даганай, Ярги Юсупов, Время новостей, Кизлюртовский район.